Вот это для мужчин рюкзак и ледоруб. И нет таких причин, чтобы не вступать в игру. А есть такой закон движения вперед, и кто с ним не знаком, навряд ли нас поймет. Прощайте, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. Да после восхождения до будущей горы, да после восхождения до будущей горы. И нет там ничего, ни золота, ни руд, там только-то всего, что гребень слишком крут. И слышен сердце стук, и страшен снегопад, и очень дорог друг, и слишком близок ад. Прощайте вы, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. До после восхождения, до будущей горы, до после восхождения, до будущей горы. Но есть такое там, и этим путь хорош, чего в других местах не купишь, не найдешь. С утра подъем, с утра, и до вершины бой, а тыщешь ты в горах победу над собой. Прощайте, прощайте, писать не обещайте, но обещайте помнить и не гасить костры. До после восхождения, до будущей горы, до после восхождения, до будущей горы.